Мое почтение, друзья, сегодня будет небольшое видео, коротенькое. Значит, по какому поводу? Допустим, у вас есть трансформатор, да? И у него есть несколько вторичных обмоток. Ну, например, вам необходимо соединить эти обмотки, ну, или параллельно, или последовательно. Это мы уже с вами когда-то рассматривали. Но вот беда. Вы не знаете, где же здесь начало, где конец. Вот так вот немножечко. Что нам понадобится, чтобы вычислить? Понадобится обыкновеннейший тестер. Ставим его в режим измерения постоянного тока. Также нам понадобится источник питания. Это может быть самая обыкновенная батарейка, абсолютно любая, неважно, лишь бы было напряжение. Ну, соответственно, первым делом проверяем обмотки, то есть вычисляем, где обмотка. Я уже прозвонил, я знаю, что вот начало и конец одной обмотки вторичной, вот начало и конец второй обмотки вторичной. Что делаем? Подключаем тестер к одной из вторичных обмоток. Готово. И дальше что? К выводам первой первичной обмотки подсоединяем наш источник напряжения. Подсоединяем ненадолго, не нужно перегружать трансформатор и так далее. Ну, допустим, плюс сюда и минус, кратковременно буквально. Аккуратненько замыкаем цепь. Опять же повторюсь, ненадолго. Раз. Как можно заметить, минус у нас пропадает. Соответственно, присутствует положительный импульс. Раз. Можно сделать вывод, что к плюсу щупа подсоединено начало обмотки. Подключил все для проверки. То есть соединил обмотки последовательно. Каждая из обмоток выдает 37 вольт. Соответственно, на выходе при последовательном включении обмоток должно получиться, ну, примерно вольт 73, 74. Вот так вот. Пробуем. Опасно. Если ошиблись, бабахнет. Врубаю. 74,6. Ну, значит, все правильно мы определили. На этом все. Позвольте откланяться. Интересно, напишите в комментариях, может кто знает какой-либо другой способ определения начала и конца обмот. Буду очень признателен. Все, друзья, покидаю.